В Бельцах женщинам подарили цветы прямо на улицах. Вручили красочные букеты советники нашей партии и ребята из молодежной организации «Новое поколение». Дамы были удивлены приятным подарком и с удовольствием принимали цветы. Тюльпанами одарили более 1000 бельчанок. Сегодня очень прекрасный день, когда мы поздравляем всех наших женщин. Тюльпанчик, календарь – это самое малое, что мы можем дарить. От Рената Сатова и Николая Григоришина в лице их поздравляем с 8 марта всех наших женщин. Желаем им много счастья, здоровья, благополучия в семье, чтобы их всегда любили. И не забывайте, женщины, что мы вас очень-очень любим. Несмотря на серую и дождливую погоду, ребятам удалось создать праздничное настроение. Воздух наполнился ароматом тюльпанов, а на лицах женщин появились улыбки. Праздничный сюрприз принес всем положительные эмоции и отличное настроение на целый день. Хорошо, спасибо, подарок. Праздника вас. Спасибо. Как ваше настроение? Отличное. Праздничное? Да, праздничное. Спасибо. Спасибо вам. Для нашей партии стало уже доброй традицией поздравлять женщин с 8 марта. В этот день они в буквальном смысле слова утопают в цветах и мужском внимании.